Всем доброе море, прям... Ой, доброе море, господи, что же я несу, а? Доброе утро, прямо из моря. Переплавал. Чуть-чуть переплавал. Нахожусь на пляже Калипсо. Сейчас будем замерять с вами морскую водичку. Я вам покажу, какая обстановка на пляже. Да и прям в воде, в море. Море прозрачное. По-моему, достаточно теплое, но сейчас вот видите, температуру замеряю прям при вас в ходе съемок. Пока стремится, точнее опускается температура морской воды. Я уже поплавал с удовольствием. Кстати, московское время 9 часов, так что я долго плавал сегодня, очень даже долго. Но зато удовольствие, как говорится. Так, пока еще циферка не застыла, пока она опускается. Но я в любом случае уверен, что будет достаточно комфортная для купания температура воды. Во всяком случае, мне было комфортно. У каждого, конечно, свой болевой порог, назовем это так. Вот сейчас застыла циферка. Ну, может быть, еще будет опускаться, не знаю. На 23,9. Должен заметить, что вчера в ходе одного из обзоров, кажется, дневной это был обзор, температура на пляже Дельфин была несколько повыше. Утром здесь было 22,5, если не ошибаюсь. А вот на Дельфине, чуть-чуть позже, правда, спустя некоторое время, была температура морской воды 24,5, если не ошибаюсь. Что-то такое вот у меня в голове крутится. Но если вы посмотрели дневной обзор, то вы уже в курсе всех, как говорится, событий вчерашних. Все. Замер состоялся, циферка вам видна была и ясна. Мне надо аккуратно выходить отсюда, чтобы не долбануться, потому что камера-то у меня сухопутная. Сухопутная. Термометр тоже сухопутный. Все купаются, все отдыхают. Но я говорю вам до свидания. Как говорится, до новых встреч. В эфире я пойду дальше. О, катамараны достают. А может быть, продолжу немножечко коротенький ролик для другого канала. Завершу. Всем доброе утро. Погода отличная.